Всем привет! Вы на канале Логопед для вас. И сегодня я вам покажу, как легко и просто поставить звук С. Сначала нужно разобраться с артикуляцией. Когда мы говорим С, у нас язык, кончик языка упирается в нижние зубы. Средняя часть языка у нас приподнята. И края языка прижимаются к верхним зубам. То есть такой широкий, плоский язык, который упирается в нижние зубы. Очень похожа артикуляция на звук И. Итак, мы попросим ребенка произнести звук И. Покажем ему зеркальце и попросим, чтобы он обратил внимание, как растянуты губы, как у него ставится язык, и все-все объясняем ему в процессе произношения. Второй этап — вы произносите И беззвучно. Просто растянули губы и сказали. Это практически точная артикуляция звука С. Вот, и после этого просто попросить ребенка представить, что ты сдуваешь снежинку. Можно положить ватку на ладошку и попросить с этой же артикуляцией сдуть. Получится такой звук. После этого просто соединяйте сильнее зубы, и у вас получится тот самый звук, который вы ждете. Самое главное — дуть в центр. Ватка вам поможет именно визуально показать, что нужно дуть в центр, в серединку языка. Надеюсь, у вас получится. Спасибо за просмотр. Пока-пока!